Ребята, всем привет в новом влоге. Вот мы вернулись с нашего большого путешествия по Японии и наконец-то возвращаемся к привычным влогам. Я посмотрела, прошлый такой влог был аж в августе, сейчас уже декабрь, почти конец, так что времени прошло достаточно много. И, конечно, накопилось много разного материала, который хотелось бы все равно как-то показать, отразить и какой-то такой дневник за эти месяцы сделать, поэтому сейчас в одном видео все соединим. И самое такое заметное, это, конечно, было изменение погоды, то это была такая золотая осень, классная, то там начались дожди, все потемнело, вот эта вот серость, и, конечно, выпал первый снег, и сейчас снежок, все очень красиво и чисто. Иду, никому не мешаю, и тут нападение века. Здравствуйте, как у вас дела? Здравствуйте, приветствую вас. Мы были на двух мероприятиях, посвященных автомобилям. Первый – это автомобильный фестиваль, который был в Ярославле еще в сентябре. И второе – это была поездка в Подмосковье. Саша ездил на такое обучение контраварийному вождению. И сейчас вставлю сюда эти моменты. Плюс после этого мероприятия в Подмосковье мы еще провели полдня в Москве, так что сейчас будет блог, посвященный автомобилям. Всем привет! Мы приехали в Ратату, школу контраварийного вождения. Это был один из подарков Саши на день рождения. И сейчас вот выпало в такую вечернюю, пасмурную, дождливую погоду ему вождение. Мы приехали в Лобню. За моей спиной уже, собственно говоря, полигон, где все будет проходить. Вот здесь машинки. Несколько человек одновременно катается. И вот, собственно, Саша выбрал себе машинку. И сейчас через 10 где-то минуточек все начнется. Длиться будет 2 часа, будет инструктаж и, собственно, само занятие. А я буду вот в том здании, видимо, ждать и немножко поснимаю здесь.
Это еще не ребята, но тут, видимо, площадка для дрифта. Эмоции классные, ребят. Я поднимаюсь все-таки в домик, потому что холодно, и мне сказали, что там будет хороший обзор на всю площадку. Сейчас у них задание на определенной скорости тормозить. И как раз таки они ставят конусы, показывая, какая длина тормозного пути на разных скоростях. Вон Саша едет. Первая машинка у него. Ну все, ребята, отъездили. Интересно было очень наблюдать. И я еще пока ждала, общалась в офисе с тоже представителем этой школы. Много очень объяснял интересных фактов. И в целом поболтали очень мило. А сейчас ребята заканчивают, и я так понимаю, что у них будет подведение итогов. Вы все огромные молодцы, прекрасно сегодня проводили. Эти аплодисменты для вас. Всем привет! Мы вчера остались на ночь в Долгопрудном после рататы и сейчас гуляем в парке, приехали в Москву, чтобы посмотреть на эти высотки классные. Погода, конечно, отстой, дождь, холодно, не очень живописно, но хотелось как-то еще продлить эти денечки, это мероприятие, как-то запомнить. Прогуляемся и потом пойдем в кафе. Здесь такой вот подъемчик, там еще можно, видите, тоже посмотреть на эту красоту. Листиков уже нет, но все равно очень атмосферно. Тут даже в нишах скамеечки. Это там так здорово летом. Приходится эту маленькую курочку втирать. Хорошо, хоть не по земле бегала, но все же. Скучая по Японии, заходим в японское кафе. Ну что, возвращаемся в настоящее время. 1 декабря у нас с Сашей была годовщина, 15 лет вместе. Мы провели этот день довольно-таки уютно, камерно. Съездили в спа-центр, очень классно было побывать в бассейне теплом, когда уже на улице снег, и вообще провели время классно, значит, другие мероприятия для себя устроили, отметили вот так вот наш денек. Плюс еще 1 декабря у нас случился переезд в Ярославль, и у нас, получается, уже 2 года, как мы здесь. И 2 декабря на следующий день был концерт, который я очень долго ждала. Это группа Сироткин. Я все время пыталась попасть на их концерт в Архангельске, в Нижнем Новгороде, в Москве. И вот, наконец-то, они приехали в Ярославль, и мы сходили на концерт. Было очень классно. Наконец-то я смогла попеть песни вместе с вокалистом и ощутить эту классную атмосферу. Привет, Булочка! Привет! Привет! Привет!
Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Привет! Где рыбка-то? Где рыбка? Ну что, нет рыбки? Ну ладно! Привет, зайшка! Гулять пойдешь? Там дождь! Там дождь! Там темно уже! Нашла рыбку? Ого, рыбеха, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, здравствуйте, да? Ой. Ну что, у нас была вечная рыбка-игрушка. Мы ее очень любили, она была очень удобной вообще. Но, к сожалению, скончалась. И... Вот и к ней приплыл вот такой прилетел гусь, утка из Японии. Испуганная. Испуганная, бедная. В общем, мы ее ей дарим, да? Мистер Сэй не может, да? Не сидеть. Может, очень хочет уже. О. Служи. Ты опять. На. Дай. Дай. Здесь ты. Лови. Ну все. Оставим их наедине. Конечно, за это время еще происходило много всего разнообразного. Мы ходили в разные кафешки, в гостях сидели, готовили еду дома и в гостях тоже. Я после Японии везде все ищу с матчей, сравниваю. И наконец-то в одном кафе вернули десерт с матчей. Ходили, кстати, в парк научных развлечений. Там было очень так мило, необычно, больше ориентировано на детей, но нам тоже было очень здорово. Мне больше всего нравятся зеркальные комнаты. Ну и, конечно же, мы много гуляли и проводили разнообразное время. Палочку. Саша сейчас довольно-таки активно занимается музыкой и синтезаторами, так что у него такое интересное новое увлечение, а мое основное занятие это, конечно, было обучение на тренера по конному спорту. И я его закончила, почти 5 месяцев оно длилось, было очень классно. И в основном, конечно, я показывала в конных влогах все, что я делала, все мероприятия. И я веду каналы конные, также ВКонтакте и Телеграме, где я пишу обо всем, что происходит, связанным с лошадьми. Так что было много всего связано именно с обучением, с практикой, с каким-то видео, с моей личной верховой ездой я занималась. И затем был экзамен, и как раз-таки сейчас покажу вам, как я съездила в Москву и получила свой диплом. И как обычно сладкие на подъеме. Проявляться, быть собой, чувствовать себя, знать ваш путь, найти свой путь, любить себя, слушать себя и пусть получается. И
и этот год подходит к концу. Я очень рада, что вы были со мной на канале, смотрели видео, поддерживали. Для меня это очень ценно и важно, читать ваши комментарии, видеть вашу поддержку и обратную связь. Я желаю вам удачи, успехов в следующем году. Ставьте цели классные, зажигающие вас. Пусть все складывается наилучшим для вас образом. Любите себя, цените себя, будьте благодарны миру, доверяйте миру. И все будет складываться очень-очень классно. И мы увидимся с вами уже в следующем году. Я желаю вам всего самого наилучшего. Любви, счастья, здоровья. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.